Сегодня хочу вам показать набор бумаги Фономикс зеленый от Scrap Money. Советую вам обратить внимание на всякие, на все наборы бумаги от Scrap Money с названием Фономикс. Значит, здесь у нас в наборе 12 листов, 180 грамм, набор 12 листиков. Все листики разные. Традиционно даже в Фономиксах, даже в таких фоновых наборах, на обратной стороне, на полосочке информационной, на одной из сторон, всякие разные фразы. Значит, вот этот набор, он действительно Фономикс, то есть здесь разные листы, разные тематики, разного немножко настроения, но все в зеленых оттенках. Если вы не знали об этом, обязательно посмотрите. Не знали, что есть такие наборы. У меня, кстати, есть такая ткань. Потому что просто что-то невероятное можно сделать с этими наборами. Посмотрите, здесь имитация какой-то помятой бумаги. Здесь лист совершенно с другим настроением. Вот такой старинный. То есть покупая, вот здесь просто очень красивый зеленый, очень красивые переходы цветов. То есть покупая один такой наборчик, у вас будут какие-то дополнительные, либо основы для скраб-страничек, либо какие-то дополнительные, не знаю, подложки под фото, в слои вкладывать. Даже из этой коллекции, из таких наборов можно полноценную сделать работу. То есть, посмотрите, это просто все готовый фон для скраб-странички. Причем совершенно на разные темы эти работы могут быть. И здесь у нас вот такие завитушки, завиточки. Так, здесь тоже уже совсем другое настроение. Цвета такие очень красивые. Такие завитушечки можно и повырезать при желании, при необходимости. Вот такой красивый цвет, какой-то коричнево-зеленый, болотный. Здесь у нас такая холщовая ткань, мешковина. Тоже очень красиво. И с обратной стороны для какой-нибудь детской работы. Потом с такой бумаги можно делать вырубку какую-нибудь. Вот здесь такая травка, какую-нибудь флористическую вырубку, или если есть плоттер, то на плоттере вырезать. И здесь смотрите, какие хорошие фразы. Вот этот лист мне очень нравится, он такой, чувство, как будто он металлизированный. Смотрите, как красиво такие здесь переходы цветовые, как будто прям фактура есть у этой бумаги. И здесь просто зелененький. Нужно вам зелененькие листики. Вот, пожалуйста, уже все готово. Так, здесь у нас имитация металлика. Имитация металлизированного картона. Здесь вот как будто прям помятые. И здесь просто листики. Тоже каким-нибудь детским коллекциям подходят эти листы. То есть я прям вот советую вам обратить на них внимание. Вот это очень красиво даже для какой-то микс-медийной странички. Просто вообще вот это фон самый лучший. Какой-нибудь, знаете, такая в лесной тематике страничка микс-медийная. Или на форзаце, или да много куда. И здесь просто зелененький такой. Так, здесь у нас уже совсем другая история. Вот такие красивые цветы с листьями. Даже какие-то они как будто немножко вязаные. Так, и с этой стороны здесь как кожа такая. Такой блин, как будто такая зеленая кожа. Можно, если вы делаете альбом в бумажной обложке, можно вот такой бумагой обернуть, и это будет очень красиво. Так, и вот такие горошки. И с обратной стороны у нас уже вот такой лист. Что? Вот такой был у нас Фономикс зеленый. Обратите, пожалуйста, внимание, я прям от таких наборов тащусь.